Шалом, шалом! И это «Мудрость Торы на каждый день» с Леви Харпатиным. И наша сегодняшняя тема – источник радости и уверенности. Твердо веря, что Всевышний его оберегает, защищает и всегда присматривает, Яков смело заселяется в Араме. И встал Яков на ноги и отправился в страну сынов Дальнего Востока. Несмотря на то, что для Якова такое путешествие могло оказаться очень-очень опасным, так как он являлся религиозным и верующим человеком, несмотря ни на что, он шел вперед и не боясь опасности, потому что у него была одна цель, точнее мечта, выполнить настолько священную миссию Всевышнего. А теперь давайте ответим на наш вопрос. Какая цель у нас? А именно, наша главная цель – сделать тут жилище для Творца, чтобы ему было здесь комфортно находиться, и он видел себе подобных, чтобы люди были, старались быть подобны Всевышнему. Благодарю за прослушивание. С вами был я, Леви Харпатин. До встречи. Всем удачи.